И всем привет, друзья, это канал Чар, меня зовут Иван, и сегодня у нас, как обычный саундминт, и без долгих вступлений мы продолжаем. Так, и все, сейчас мы быстренько продолжим. Так, мы остановились в прошлой серии на том, что мы получили какую-то новую кассету, и мы погрузились в мир этой вуга-вуга кассеты. Вот, сейчас быстренько пройдем ее и посмотрим, что там будет. Мне кажется, вот этот призрак, который нам вечно говорит, весело тебе, вот этот и есть у нас еще один пациент, мне кажется. Так, а чё это я тут оказался? Я же погрузился в тот мир. Ну ладно, пофигу, сейчас быстренько дойдем до своего офиса. В смысле нахуй? Ален Шор. Целый парад уродов в лице одного человека. По сравнению с ним, остальные твои пациенты выглядят более нормальными. Точнее, вполне нормальными. Едва он приступит к порогу твоего кабинета, ты понял, что он обречен. Развлекайся. Ну ладненько. Во, маяк! Значит, с маяком связанное. Понимаю твою реакцию, братан. Если связь между Вирджинией и Аллен, нельзя исключать. Careful, так, а ну-ка, кошка. Скорый осколок зеркала очень важна, нужная вещь. Почему я тебя не могу погладить? Хорошо, я понял. Буду пользоваться осколочком. Here we go again. Head on a swivel, Desmond. No, киса! Это что за хуйня? Слушайте, если я психолог, пришел бы к психологу, а у него вот эта вот залупа была бы, я бы такой, ебать, копать, я до свидания, пойду к чему-нибудь другое. Давай опять. Рестарт, детка. Вот так он нахуй. Вперед, ебать, с песикой. Давай, come on. Проигрывается запись. Опять 25, нахуй, быстрее. Все, мы снова тут и быстренько продолжаем. Прощай, дверка. Как она все пиздато выглядит. Вот так, раз, два, три. Контейнеры. Говорят, кстати, дома из контейнера довольно-таки прикольные. Надо будет посмотреть. Так, давай-ка вперед. Оу, щит. Вот это нихуя себе. То есть, а мы по... То есть мы можем по костям кита идти? Нихуя себе, а это что? В чем именно заключается это странное чувство? Все не так, непривычно, мир словно наклонился. Сколько я себя помню, мне все время снились кошмары, это были ужасные сны, которые сложно описать. И они повторяются. В общем, есть и мотивы, которые возникают регулярно, честно говоря, док. Я настолько привык, что построил свою жизнь вокруг них, понимаете? Короче, чел стал пленником своих кошмаров. Нихуяшечки, я могу идти по костям кита. Прощайте, птичка. Опа! Не напугайте. Блядь, вот это пиздато. Слушайте, а смотрите, приколдесно. Чё, я прошел? Вы когда-нибудь консультировали по поводу этих повторяющихся кошмаров? Психотерапевтом вроде вас? Нет. Если честно, я очень долго думал, что это нормально, просыпаться в покое. Видеть разные вещи в темноте. Ужасные вещи. Да, детка. Не, это не нормально нихуя, потому что это не нормально. Все, коротко, ясно. Да вы заебали летать, а? Блядь! Вот это пиздато, бля. Я бы тут дом построил. Типа, потом такой, знаешь, курьер приходит, и вы думаете, ну пиздец. Что вас пугает, Ален? Видите ли, я немного не понимаю всю жизнь. Я чувствовал присутствие тени, я чувствовал печаль, исходящую из тьмы. Знаю, что звучит слишком пафосно, я привык к ощущению склонности ужасом, что я не могу что-то там. Люди не замечают, понимаете? Должно быть, иногда я говорил странные вещи. В какой момент я решил опробовать устроиться в этой реальности поудобнее? Построить маяк с путешествием со светом в море теней, в одиночестве и страхе. Но я вынужден признать, что ощущение, когда тебя поглощает тьма, или что-то погружается на глубину,
Она заставляет меня чувствовать себя живым. Это возбуждает. А, понятно. Он, короче, наверное, кошечек всяких там, ну, вы поняли, да, там всякую хуйню страдал по типу садистских наклонностей и прочего говнича. Блять! Ебалая! Чё ты ничего не помнишь? Всё ты помнишь, ты просто ебанулся в эту лужу, стужу, блядь. Потому что я гений, нахуй. Вот что ты забыл. Так, информацию мы по Алену собрали. Короче, он что-то там маяк, все его кошмарики и прочие хуйта. Вот. Сейчас будет, скорее всего, комната Алены, чтобы мы будем там смотреть их и так далее. Прочая хуйня. Была вот, то есть, арка про Вирджинию. Я уже забыл ее. А вот сейчас будет Ален. Вот. Мне интересно, сколько будет еще таких арок, блядь, штук 300? В смысле, нахуй, чё? Обследуйте зону? Ебать, это где я? Я же думал, что все, пиздец, я переместился, все, заебись. Ёбаный рот, ну мы попали. Обследуйте зону. Чё тут обследовать? Руины кругом. Кругом руины. Что насчет вас, мистер честный детектив? Как вы думаете, кто за этим всем стоит? Снежный человек? Пришельцы? Важные и плохие правительственные чиновники? Прольете свет на ситуацию? Да, я пролью. Так, нам, я понимаю, нам нужно туда пиздочить, а что если мы сюда пойдем? Что тут будет? А тут должен быть тупик, скорее всего, я так и знаю. Нихуя. Can't fall. Да ты сыт, да? 105 жизней, ебо, нихуя себе. Нормально. А я думал, там, типа, просто тупик, типа, все, обломись, братан. Нихуя, а? Все нормально, все прикольно. Так, ну чё, вперед из песней. Ай, ты выдохся, да что ж ты за жопа такая, а? Давай быстрее. Давай. Так, нахрен мне это особо не нравится. Да ты, сука, тварь ебучая, я тебя пульну в голову. Как он меня бесит, вот эта вот хуета, которая типа... А мы за тобой следим. Что это такое? Так, я что-то очень важное проебал. Походу, в луны съебались крыши, да? Точнее, отсюда. А я думал, сейчас вот эти твари из воды повыползают, блядь. Вот нет чего слушать, нету? Ладулики. Крохотулики. Вперед с песней пообжали. Мне кажется, тот хуй пытается нас убить. И это, походу, Ален. Так. А, вон что происходит. Да. Обвал. Походу, вы чутка проебались. Обвал должен был случиться где-нибудь тут, чтобы я это заметил. Ебать, копать. Свет немного... мне нужно его починить. А, вот оно что. Ух ты, блядь, что это такое? Сука, блядь, только не говорите, что маяк теперь нам пизды даст. Ясно. Короче, маяк нахуй сносит все. Какого хуя я по воде плаваю? Ебать, что за бред? Ты же не мог по воде плавать. А, я должен по этим коробкам прыгать. Долбоёб. Короче, я должен до маяка допиздочить, и потом, короче, там что-то с ним исправить, да? Я так понял. Ну, ладули. Что-то я вернулся. Стоять, нахуй! Точно, блядь, я должен сюда подняться, дебилос. Все, давай. Вперед. Все на интуиции, башен. Все на интуиции. Бухта Патомса. Леса Искра. Что? Леса Икра? А, леса Икара. Блядь, я думал, искра. Это леса Икара. Нормально. Блять, сибись. И свет и тьма причиняют тебе боль. Возможно, тебе, как и ему, стоит устроиться работать на маяк. Одинок и напуган. Ну да. Лиса и Кара. Бля, звучит прикольно. Лиса и Кара. Господи, да ты заебал меня. В греческой мифологии Икар подлетел слишком близко к солнцу, и она убила его. Дарю тебе эту метафору. В нашей истории ты прольешь свет на Алена, и вы оба сгорите. Какой-то позитивный парень, я тебе скажу. Маяк, пристань,
Смотровая площадка Паттомса. Так, ну, на смотровую площадку мне нахуй идти не нужно. Я так понимаю, что я тут, а мне нужно дойти до маяка. Так, утесы, а маяк, где утесы? Короче, пиздущий туда, да? Ясно, понятно. Чё вы летаете, ёпта? Дорожный пропускной пункт один. Очень странно, но мне кажется, нашего перса просто... Блять, ты не можешь на меня не смотреть, ты нахуй, а? Это, ебать, сколько у нас хп-то съебалось, получается, да? Блять, эти залупы там, да? Ой, блять! Сука, в пизду вас всех. Короче, похуй. Блять, три! Вы думаете, я не убегу от вас? Всех отпиздил, блять. Вы что думали, с кем связались, блять? Я батька нахуй, я батька. Только у меня в жизни нахуй по пизде идут. Немочка. Давай-давай, нем-нем, беги. У нас сейчас запиздочит тут. Как пить дать? Давай-ка. Чё за ебота? Чё за ебота? Блядь, да чё тут вечно какой-то пиздец происходит-то нахуй, а? Я не понимаю. Так, ёпта, бежим. Давай. Там что-то должно быть, Сука, ты дебил, блядь, ну... Поднимаюсь выше и выше в небо. Задумывался ли Икар, насколько странно он себя ведет? Как ты считаешь? Почему он не может жить нормальной жизнью? Как ты думаешь, родители заставляли его учиться на юриста? Или на врача, как твои? Пошел ты в пизду, конченая. Сибис. Так, нам нужно как-нибудь туда попасть. Вот пиздец. Ну и чё, что мы учились на юриста там и так далее. Где-то чё нахуй. Something stops me from getting closer. Стоп, Айтыч, давай-ка. Немножко кто-то поражается, как туман. Ебать. Это походу чё за хуета непонятная. Короче, без понятия. Будем называть её темнота. Вот так. Неплохо, нормально, вроде прикольно звучит. Так, а тут у нас типа срежем. Вперед. И это опять что-то рушится. И это нормально. И это норма. Ну, маяк, сука, я до тебя доберусь, тварь. Ты мне пизды получишь. О. ХПшка, оружие и прочие фигни. Вот здесь мы сохранили. Ебать, что такое? Ничего не вижу. Что? Чё за ебота? Ебота. Короче, нам понятно. Бежи нахуй, беги. Так, дружок-пирожок, ты меня тут нахуй напрягаешь этой всей своей хуйней. Этот сумасшедший, вероятно, жёг ключи от всех дверей вместе со своим проклятым домом. Когда руководство услышит об этом, это будет твоя проблема. Пусть кто-нибудь зайдет туда и достанет их, если они еще не уничтожены. Я туда не ногой. Все это сооружение кажется ненадежным, но там пахнет горелой человеческой плотью. Подписан. Жжет. Что за хуйня?
Это и есть тот чел? Ебать, окопать нахуй. Вот здорово, ебать. Еще один чудик у нас. Здрасте. Так, я так понял, нам туда нужно, да? Снова мне растет. Я понимаю, что тебе не заинтересовал. Ой, как ты меня заебал, ты жижа, блядь. Так, надо мне что-то придумать. Блядь, я понимаю, что мне туда надо, но как я до тут доберусь-то, блядь? Так, пройдем туда, посмотрим, что там есть. Так, вали-вали-вали отсюда, пиздюк. Так, пойдем-ка туда, посмотрим, что там есть. О, заебись, сейчас мы расхерачим. Давай-давай-давай, раз, два, и пошли. Так, все. Собираем. Опа, то, что нам нужно. Иди-ка сюда. Пойдем-ка обратно. Блять, он идет сюда, давай. Пошел ты в пизду. Так, все. Сейчас посмотрим, сработает это или нет. Давай уже пиздухай отсюда, куда-нибудь подальше, чувачок. Не понимая вот этого вот херни, почему он так ходит кругами. Давай, все. Он что, застрял? Все, давай. Опа, ебать. Давай. Вали отсюда нахер. Все, давай сейчас быстренько переподключаемся, будет заебись. Так, раз и в середочку. Все, съебал. Опа. Зашибись. Идем туда. Наконец-то, ёпта, полчаса спустя, полчаса. Блин, нахуй. Пиздюк. Все. Прощай, ебала. И пойдем нахуй. Еба. Теперь понятно, почему тут не хотели заходить. Слушай, а может не надо, ты мне, блядь, ничего показывать не будешь, ебала. Блять, еще какие? Взгляни на себя в зеркало и увидишь, насколько мысли Алина могут быть окутаны тьмой. Неплохо. Блять, что я должен найти-то? Я уже полчаса тут хуйней страдаю. Что это такое? Так. О, нихуя! Заебись. Ну-ка. Сейчас попробую. Так, что за хуйня? О, опа. Ну-ка, сейчас вторая. Давай-ка иди сюда. Раз. Так, это типа тьма пропадает, да? Шикос. Ну-ка. Я был в башне, когда это случилось. Я спустился со скал к лодочной станции и упал, так как ничего не видел. Так, нам нужно еще топливо. Где мы еще? Хренушки. Давай-ка поищем, где еще есть. О, иди сюда. Опачки. Так, пройдем-ка сюда, посмотрим, что там есть. Тут ничего. О, жижа. Здорово. Из всех кошмаров, которые мне снилось, этот, наверное, самый страшный. У меня выключился свет и произошел несчастный случай. Боже, это не моя вина. Пиздец, вот я должен был найти вот это вот все говнище. Как я должен был найти? Знаешь, что ты не хочешь. Так. Раз. Так, посмотрим, там свет уже горит, можно будет пройти, да? Тут мы все сделали. Давай-ка посмотрим. Тут тоже хрен пройдешь. Тут можно пройти, нет? Хренушки. О, давай иди сюда. Опа. Где? О, где? Что за хуй-то? Че это такое, блядь? Так, давай тут попробуем. Давай. Рассеем. Каким образом, блядь? Так, а тут можно? Давай-ка. Сука, блядь. Ну, говнище. Давай-ка тогда посмотрим там. Ты чё? Что за... Блядь, вот тварь, я тебя сейчас нахуй захуячу. Блять, такая... Тут, сука! Иди сюда! Вот говнище. Раздвоение. Так, загорелось. Заебись. Это корабль смерти. Он носит имя смерти. Мне удалось найти одну из этих ракетниц в брюхе зверя. И я не боюсь ее использовать. Чего, блять? Ладно. Из-за этого твой дом, блять, сгорел. Пиздец. Блять, это место прям какое-то нахуй жуткое, пиздец, блять. Мой свет
сожжет тьму, мне нужно показать Дезмонду, он поймет. Чё, блять, поймет? Я ничего не пойму. Это какой-то пиздец, братан. Это какой-то пиздец. Если это твой дом, это ебатория, нахуй. Это пиздец. Это какой-то пиздец, бро. It's out of fuel. И нахуй. The darkness. Вот так вот, ебать. Так. Ой, бля, валим. Что чувствуешь, что ты долбоёб? Сам собственный дом разносишь. Блядь! Сука, иди нахуй! Это я отчетливо почувствовал. Еба... Пиздец, надо чинить. Давай нахуй. Всё. Пришёл ты в пиздец, чувачок. Ой, придурок, блядь. Жизнь осколочись. Залупан ты, а не пациент. Залупан. Ты понимаешь? Сейчас вот это разрушит. Ключ от ворот. Опа! Так, а вот сейчас нам надо уябзывать. А как и куда? Пиздуй-ка ты, дружочек. Эх. Так, а нам туда надо, да? Иди сюда, пуся. Пролетел. Бегунок. Ебать-я в рот. Прощай. Долбоёб. Инструментальное отделение маяка. Блять, ну чем дальше, тем лучше. Агент приказал забрать все контейнеры с легкого исполняющимся хрен пойми чем из бухты, где хрен пойми где, и перевести их в помещение. Запрещается курить, держать ракетницу или взрывчатку рядом с этим веществом. Прочерк, инструкции водителю курить рядом с транспортом. Если ему на это как бы прочерк, то арестуйте его. Неплохо. Вот это что? Где ты, тварь? В мире полном тьмы стоит пытаться выйти к свету. Ален пытался, когда сошел на тот корабль. Вот только он очистил себе путь или сжег собственный мир. Советую тебе отправиться туда и лично найти ответ. Ебать, найдите источник огня, чтобы устранить преграду маяка. Сука, эта тварь не взрывается. А, нам туда надо. Так, это что у нас? Утесы, а это внутренний двор. Блин, так не говорит, что нам нужно к утесам идти, блять. Мы их хайдрить тут. Так. Добро пожаловать в Икарус Пойнт. Экскурсия по одному из старейших маяков на северо-западе Тихого океана. Давайте начнем нашу экскурсию с музея маяка, точная реконструкция подлинного жилища смотрителя маяка. Затем пройдем во внутренний двор, откуда откроется захватывающий вид на, залив Патамс. Если вы храбрец, можете спуститься по тропинке ниже внутреннего двора и посетить старую лодочную станцию, наша экскурсия заканчивается на вершине маяка, где красный свет проклятия поглотит ваши бессмертные души. Мы надеемся, что вам понравится пребывание в Икарус Пойнт. И если это читает какой-нибудь терапевт, мы с нетерпением ждем вашей смерти. Охуенно. Ничего сказать. Игнорируя наставление отца, не летать слишком близко к солнцу, он взлетел слишком высоко, и солнце расплавило воск на его крыльях. И Икар упал с неба в океан. Его высокомерие стоило ему жизни. Хотите спуститься вниз и посмотреть на мертвое тело? Так, а что там, Рил? Вниз на мертвое тело. Сука, ну не просто ж так эти маяки... О, точно, вот он маяк-то, блядь.
Ебать, как в тебя войти. Да ладно, блядь. Стебетесь нахуй. Серьезно? Вы сейчас серьезно, блядь? Это же бред нахуй сивой кобылы, сука. Иди ты в пизду. Я тебе кое-что покажу. Залупу видал? Долбоеб. А про хуй ты не слышал, я тебе кое-что покажу. Вот тебе что покажу, дебил, блядь. Сюда ты хуй доберешься. Ты пленник всякого говна. Вот так вот, ебать. Ебучая NPC. Наебать меня захотела. It's Garrett. Garrett, Garrett. И какая дверка нахуй открылась? И чё открылось, сука? Что открылось, твою мать? М? Что, блядь? Какая-нибудь ебень? Нет. Это? Нет. Вот здесь что-нибудь? Да нет. Сука, блядь. Падла. И где что открылось, нахуй? А-а-а, заебись, пахнет пися, если пися, заебись. Вы точно хотите моей смерти, да, блядь? Да ёбаный рот ваш. Ой, блядь, нахуй! Бежим, 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 бежим! Сука! Ебать, ты что такое, нахуй, а? Ебать! Нахуй так жить! Вперед, док! Пизду, не поможет. Ой, блядь. Ой, нахуй. Ебать, вот это я паркур. Давай, 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 док. Уеб забиден. Давай, 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 давай. И кто кидает-то? Ой, блядь. Тебя только этой волнует, ебать? Дал бог пациента, блять. Точно! А я здесь не был. Охуеть! А я как дурак стрелял, блядь. Вот они, сука, где. Здорово, братос. Да иди ты в пизду, долбоёб. В смысле не работает? Стоп, вот стопа, 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 стопа. Хе-хе-хе-хе-хе-хе, наебатор. Тыц-тыц, наебатор. It's a bait that fits. Давай. Ой, пизда. Пошли, давай. Воу! Bon voyage! Счастливого пути! Ой, Питер! Сука! Вы еще всякой хуйни стреляете? Вы че, блядь, шиноби, что ли, нахуй? Подняк! Delicious. Вкусно? Заебись, я чуть не охуел, братан. Куда нам идти?
Ну, пизда. Всех разъебал. Блять, осколком зеркала я их убил, блять. Пиздец, блять. Это что, Центральное бюро разведки Соединенных Штатов Америки. Новые приказы взорвать, если бочки еще были от... Так, отправлены на хранение, легко воспламеняются. Соберите их в отдельном месте и взорвите нахуй к чертовой матери. Постарайтесь выбрать место для взрыва, которое находится вдали от города, например. Та-та-та-та-та, бухту. Заблокируйте зону, никаких Г-свидетелей подписано. Так, короче, я так понял, что правительство что-то замутило. Какое-то вещество, от которого люди... Типа, ну, ёбнулись или что это такое? ХЗ, ну, короче, какая-то твари, бляди. Бля, не хочу с ними конфликтовать. Патронов кот наплакал. Чё? Корабль Танатос. Танатос. Ой, блядь, видеокарта говорит мне пока. Из-за корабля Танатоса. Пиздец-звездец, приплыли нахуй. Центральное бюро разведки Соединенных Штатов Америки. Держитесь от Танатоса, а очень это опасно. Произошел крупный разлив, и теперь все вещество повсюду. Оно является очень опасным, легко воспламеняющим, а также за считанные минуты вызывает что-то там, какую-то хуйню с разумом. Капитан и его команда были доставлены на... Галлюцинация она вызывает, вот оно что. Вот оно что, Михалыч, вот оно что. Вызывает горюны. Воу! Это слишком круто. Потому что круто. Так. Ебать, я со сколком зеркала, как дебилос нахуй бегаю тут. Так, я наоборот оттуда пришел. Танатос. Вперед. Ебать, это типа допрыгни или умри. О! Ебать, это где я? Я в Танатосе. Вы слышите? Заело. О, пизда. Сука, да я забрать хотел. Ой, да ёбаный ты дебила. Охуенно. Спасибо большое. Спасибо тебе большое. Теперь я точно хуй выберусь отсюда, золотко. Моё ты маленькая кроха. Заебись, заебоха. Конечно, хуй там. Чё вы мне говорите? Типа прыгни нахуй туда. Да? Ты дурак? Ты же прыгнешь. Я дурак, я прыгну. Сука. А есть ещё какие-то варианты? А вариантов нету. Так. Ой, ну нахуй. Так, нам нужно зайти в Танатос. Стоп, нам нужно опять пройти этот путь. Там по-любому проход открылся. По-любасу. Там уже, там же груз упал. Ой, ебать, записочка. Ты не должен находиться здесь, на Танатосе. Я знаю. Я вообще не должен, блядь, тут вообще находиться. Страны становится все больше. О, заебись. Короче, ребят, на этом, думаю, все. Серия выходит довольно-таки длинная, а длинные ролики — это очень плохо. Надеюсь, видео вам понравилось. Ебать, какой скелет добавный. Так смешно, если с этой стороны смотреть.
Вот, большое спасибо за просмотр, друзья. Надеюсь, видео вам понравилось. Не забывайте подписываться на канал, оставлять свои комментарии под видео и нажимать большие пальцы вверх, а также делиться и рассказывать друзьям. Большое спасибо за просмотр. Всем пока.